Что же это за зверь такой? Сейчас попробуем разобраться. Ну, забегая наперед, скажу так. Для людей, которые знают, что такое коза ностра, которые знают, что такое коза монстра, которые, в принципе, разбираются в хорошей качественной парфюмерии, вот это вот, это сейчас аналог коза ностры, коза монстры и всего остального. Это очень хороший аромат табака и ванили. Вот в такой коробочке все это приходит. Но самое интересное в этой коробочке — это другое. Это то, что здесь написано Made in USA. Ну, с виду, конечно, щина. Но тем не менее. Непревзойденный аромат, который на долгие времена заменят вам недостающие на рынке коза-монстры, коза-ностры и другую ересь. Стоит сущие копейки, 100 мл, как и в коза-ностре, и обладает характерным ароматом, который камера, к сожалению, не передает. Но, тем не менее, мы имеем вот такой вот замечательный флакон, который выглядит следующим образом. Кому интересно, посмотрите ссылку в описании. Возможно, там я смогу найти на просторах Алиэкспресса где-то сие чудо, либо в других местах, не столь отдаленных. В общем, всем пока. Ищите и находите то, без чего вы не сможете жить. Свой неповторимый аромат.